Есть соперник с зеленым коннектом. Спасибо тебе, друг мой. Погнали, я тебя ждал. Я тебя очень долго ждал. Есть. И, походу, он меня тоже долго ждал. Блядь, чувак ливнул. Какого хуя? Тебе не понравилась форма крылья советов? Я не пойму. Зачем ты вышел? Бред. И опять будем ждать соперника. Ну, давай, давай. С тем же. Ништяк. Ну вот, в этот раз этот чувак немного порешительнее был. Вау, у него практически весь состав с прокачками. Отличные края. Быстрый вот этот бронзовый чувак. У него там скорость то ли 92, то ли 90. Итак, давай, все, погнали. Опасно это, финал на кону, 15 тысяч монет. На прошлом стриме я проиграл 2 Pink Slips и отдал 20-ку просто так пацанам. Сейчас я хочу, чтобы мне пятнашка вернулась, давай, давай, чувак, поехали. Так, отлично, чувак бежит сразу. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Мяч кинут. Мяч летит в сторону ворот. Хорошо разобрался в ситуации защиты. Эйден Магиди. Да боже мой, Эйден Магиди, что это за удар вообще? Ужас. Да боже, Шей Лонг, жалко. Да, Димок, это финал, Леха отходил, тут было много чего интересного, 3 матча я выиграл. Сейчас катаю вот финал, очень опасно. Чувак играет 5 защитников. Ой-ой-ой, какой мяч потрясающий. Просто фантастика. Димок, смотри. Как раз вот этим забитым мячом я тебя поприветствовал. Робби Кин сегодня такой вот второй фантастический мяч после розыгрыша углового кладет. Это очень красиво, по-моему, получилось. Смотрим. Да, я, если честно, сам охренел, потому что Галевич в порядке в полном, гляньте. Конечно, что делал вратарь, я не пойму, но это как не мои проблемы, можно сказать. Так, забеги с центра поля. Ой, здорово. Эйден Макгиди. Тут нафинтил немного. Шей Лонг. Чувак берет паузу. Так, вот так вот опасно. Чувак взял на таком моменте очень интересную паузу.
там под прессингом. И кто знает, сейчас, когда вот отожмем мы оба паузу, кто там будет первый на мяче, потому что сложно сейчас сказать. Такие только я-то сюда не мог, особенно в профи. Жалко, что не видел, как ты играешь в жизни, но я тебе верю, честно. Поехали. Там, вратарь отбил. Возможно, поменял схему, чувак. Я не знаю, что там он намудрил. И лонг. Забить лонг, но немножко выше. Ничего. Так, 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 надо в центре, забирать центр. Ой-ой-ой, провальчики. Будет гол. Нет, штанга, отскок. Отлично. Мы отскочили, нам сегодня везет. Контрушка. Колман тут убегает. Отлично. Вся бровка пустая просто. Там тяжелый центральный защитник. Какой пас неточный. А, ну как так? И на вынос играет чувак. Блин, мой защитник как-то упустил все это. Вот тащит мой левый бровочный. Ой, неплохо. Ударище. Нет, не залетел сейчас мяч в свои ворота. Хотя прям казалось так, что сейчас вот защитник туда как раз и примет. Колман перехватил. Отлично. Пас, пас, пас. Пас нужен, отлично. Ой-ой, какой ужасный финт получился. Диман, ответь на мой вопрос снова. Инет залагал. Лех, ты пока отходил, я вышел в финал Ирландского кубка. И сейчас тут веду уже 1-0. Борьба за 15 тысяч монет. Так, Димон, скоро сезон возобновится. Трансляция матча есть. Ну, круто. Можно как раз будет как-то сочетать все с профи. Выкладывать успехи игроков нашей профи-команды в группу. Фантастика. Соединение с вашим соперником было разорвано. Ну, такой легкой победы у меня не было. Ну, какие-то были такие похожие матчи. Но вот так вот легко все сложилось сейчас для меня. Победа 1-0. Победа в ирландском драфте. Вот я вот смотрю в камеру, вот так вот делаю. Затащили мы. Это для скриншота, я потом вырежу. Мои первые успехи. Изи, изи. Давай играть. Да, Илюк, чё, я обещал тебе товарку, давай играть. Напиши, какое там предложение мне кинул на 10к. Да куда мне на 10к? Я сейчас вообще бомжую. Мне надо копить сейчас на призовой фонд турнира. Я усилил свою команду, а сейчас бабла нету. Вот, поэтому сейчас... Я знаю, кого я куплю. 100%. Дим, го мне 10к. Я тебе 7к отдам. Что за махинации, Дань, проводишь, расскажи. Не понимаю. Спартак Гогнев. Так, Илюх, одна минутка. Сейчас я куплю вот этого бестяру в свой клуб. Очень крутой чувак. Вот у меня два потрясающих нападающих теперь есть. Дим, скажи, плиз, кого на 20к мониторить? Ну, я же взнос должен. Да, я помню, что ты должен взнос. На 20к пока не могу сказать. Мне сейчас надо посмотреть рынок. Сейчас сыграю матч. Спартака Гогниева я купил, потому что Гогниев — это сила. Пусть у меня мелкий пейс, но у меня есть два бронзовых информа из нашей российской премьер-лиги. Это Луценко и Спартак Гогниев. Поэтому, блин, вот эти ребятки будут тащить, я думаю. Так, Илюх, расскажи, ты хочешь сыграть товарку в Ультимате или Урал Динамо, или как? Я не понял. Напиши в чатик быстренько. Стоит серебро мониторить. Не знаю, походу в этой фифе как-то и серебро, и бронза. Как-то очень плохо с них идет трейд. Я пробовал на серебре зарабатывать. То же самое, что и на золоте. Так, ут. Я не помню, что у меня за состав стоит, Илюх. Сейчас глянем. Я не помню. Заходим в ут.
А, у меня ирландский стоит. Ну давай я прям этим ирландским попробую сейчас с тобой сыграть. Поехали. Так, ну вот так, поехали. Вот такой составчик у Илюхи. Так, сейчас сыграю одну товарку, делаю там небольшую паузу и попробую, блин, застримить наши профи-клубы. Может, тут что-то будет интересное, не знаю, может, у нас получится все-таки. Так, Уэйн Руни. Да, у меня Уэйн Руни тоже есть, он цапчик. Ну, посмотрим, как ты сейчас играешь против вот этих бешеных ирландцев. Пацаны, сразу скажу, очень серьезные. Только что, блин, выиграли ирландский кубок. И вот она, первая атака моя. Чё там? Алло, падай, Шейлонг, зарабатывай точку. Так, так, отлично. Переходим к обороне теперь. Иди сюда. Так, накрыл ты здорово в центре поля. Накрыл я здорово в центре поля. Это может быть опасно. Мяч у Кина. Катаем, немножечко катаем. Укатываем соперника. Есть возможность. Ай, пас неточный, как жалко. Отлично, в обороне четко. Какой фол, алло. Обидно. Обидно, что нет фола. Обидно, что есть фол. Потому что мой игрок чисто сыграл мяч, я считаю. Тут должен был быть перехват сейчас. Ой, здорово, как это случилось? Перекидываем. Ничего, ничего, нормально. Опасненький момент был. Такой вот розыгрыш. А, прочитал замысел. Ну, очень долго он убирал под правую ногу, мой игрок. Какое-то там сообщение мне пришло, наверное, от соперника по финалу моему. Поехали. И вот забросит. Не получается. Ну, даже такие передачи не проходят. Непонятно почему. Сквозь мяча прошел мой игрок. Тоже неплохо. Еще раз сквозь мяча. Да, так сложно в атаке играть против сильной команды, потому что в центре поля как-то все очень быстро съедается. Поэтому приходится вот так вот выходить из обороны. Еле-еле с фланга на фланг. Вот отличная обработка. Просто супер скорость передачи моих ребят. И вот вышли как-никак. Ненадолго. Шейлонг продавливает. Ну, забить. Да боже мой, что это? Да уж. Вайт очень слабо ударил. Фантастически он просто ударил. Пауло Дибало. Джеймс Маккарти. Даррен Гибсон. Можно подать. Атака прервана. Магиди. Магиди, здорово. И тут Магиди продавливает. Эх, дальше не получается.